Там и гранаты, похуй. Ебать! Что, второй раз его подстрелили? Да я ебу, снимай, блядь. Снимай, кэпу покажу. У нас тоже сейчас только что ебанули по нашим. Покажем. Ой, потом, блядь, на группе. Ой, блядь, там что-то... Да тихо, не матерись. РПГ, наверное... Вот вам, хлопчики, наводочка Люцифера. Ой, РПГ, наверное, лопается, над. Ей-богу, РПГ. Ты посмотри, посмотри на это. Взрывается она машина. Она же заколебалась взрываться, эта машина, блядь. Оу! Наводочка среднего корпуса. Ой, ой, фейерверк! Победный фейерверк! Это, блядь, прошли квест, короче, пацаны, блядь. Квест пройден, блядь. Да. А с какого хуя, блядь, он разукрашенный, блядь, с этим дерьмом был? Ты посмотри, посмотри, как оно разлетается во все стороны. Слышишь? А? Я люблю вас, ублюдки, сука! Расстреливать в жопу, уроды, конченые, блядь. Я кучеряшке покажу сегодня, она точно со мной пойдет кофе пить. Может, даст в попу, блин. Фу, стадник. Копси, слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смотри, смотри, фейерверк в нашу честь! Стадники закрыли, а то может... Ой! Ой! И снова ой! Да что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! РПГ разлетается в разные стороны, блядь. Дымок пошел. Ебать! Хата, конечно, не, ну, не, прямого попадания не было, но, блядь. А где чечены потерялись? Да они вообще потерялись. Рассредоточились. Ебать, пацаны, вы представляете, если бы это все по нам прилетело? Ебать, они ехали, короче, воевать, понял? Угу. Бог оберегает. Это я вам точно скажу. Я тебе вот что скажу, вас Люцифер оберегает. А это в три раза круче. Типунди на язык. Ебать, они сейчас думают, ебать. Тормозок забыл в этом, блядь. Сухпай забыл, сука, в машине, блядь. Лопух! А приколись мобильник. Вот так бы смотрел и смотрел, блядь. Так смотри и смотри. Бать, ну, короче, это ответка, блядь. Баш за баш. Они нас, сука, распиздячили с быка, блядь. Вы пехоту смотрите. Мы смотрим. Пехота там сейчас за жопой держится, чтоб, сука, осколок не прилетел, блядь. Ого! Интересно, что там от дома осталось? С той стороны решето, блядь, стопудово, блядь. Я думаю, дом сгорит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я сошла с ума. И даже не досадно, блядь. Не, ну что, теперь придется ставить бутылку конины. Я сказал танкисту, если он расхерячит, с меня бутылка коньяка. Да ладно, все скидимся, ебать. Костик, сука, ебать, ты сказал, нету шоколада Милка больше, блин. Мужики, ну на видео в группе как, про Милку можно и не озвучить. Селфи? Кто не брезует окоповской грязи? А, я не брезую. Ну, бы я так уже. Вот, чем занимается скидный корпус в это время. Кушает шоколад Милка. Ты еще, блядь, расскажи, кто это делает. Антон Халилов жрал шоколад. Да. Как вам, сука? А мы воевали. Сука. Не, я так и женюсь, да. Я приеду и пойду жениться обязательно. На ней? Сегодня 14 февраля. Конечно, на ней, на ком еще? А уже нигде.